С прошлой встречи прошло 3 месяца. Из 25 озвученных в январе проблемных вопросов удалось решить почти все. Такие встречи без посредников и без бюрократии оказываются гораздо эффективнее. Это вывоз мусора по низу города, несанкционированные свалки. Это проблема по лежачему полицейскому на переходе возле 33-й гимназии. Это проблема контролем за магазинами по виноводочным. Это контроль за и патрулирование наших домов по улице Смолина, где жители сказали, что там есть бомжи и списывают подъезды и так далее. Однако руководство не умаляет заслуги общественников. По словам Светланы Трифоновой, чистота и благополучие района во многом их заслуга. Сами общественники хотят привлечь в свои ряды молодежь. И дети-то сами уже не хотят участвовать так, как раньше участвовали все дети. Они не хотят совершенно. Другой раз даже скажешь: дети, давайте соберемся, пойдем, бомбочки все посадим, пойдем. Нет, не хотим. А вот баловаться, хулиганить, это у нас, значит, вот это сейчас идет. Следующая встреча произойдет летом, где глава отчитается о работе в решении новых вопросов. В этот раз их было 29. И темы остаются практически неизменны. В большинстве своем это ремонт дорог, школ, чистота улиц и озеленение скверов. Ирина Ревенская, Сергей Петров, Новости дня.